Привет, друзья! Diamond Mini от компании Joy. Такой сборная соляночка. Это китовый набор, бак вместе с модом. Сегодня в блиц-обзоре на канале. На профита здесь в этом видео не будет, поэтому все расскажу на столе. Ну, а вы подписывайтесь, лайки ставьте, комментарии пишите. Ну и ссылочка под этим видео на сайт. Поехали! Diamond Mini Kit. Изображение указано, что это у нас TPD Edition 2 мл сам бак. Возможность проверки на оригинальность. Указан цвет. Указана комплектация. Вскрываем. И на коробочек много таких наделали. Под карбончик. Вот такая вот красота нас ждет внутри. Сам мод плюс бак плюс у нас второй испаритель. Плюс есть у нас какое-то пузатенькое стеклышко. Ну и USB кабель. Также какая-то инструкция. Инструкция наверняка у нас на английском языке. Технические характеристики. Что у нас здесь есть? Высота у нас 87, 45, 32. Бак 22,5 и высота 52 мм. Сверху у нас 510 дриптип. Дриптип, кстати, очень жирный, нестандартно комплектный, с нержавеечки, с акрилом сверху. Сверху у нас непосредственно откручивается верхняя часть, но тут, ну, можно даже сказать, не откручивается, а замок 1,5 оборота. Ну, бак у нас сверху 510 коннектор. Максимальная мощность у нас 235 ватт, а 225 ватт, в принципе, это плата от капитана PD1865, которая была на 225 ватт. Стандартный режим вриват термоконтроль, ну и, собственно, там есть еще также режим преднагрева. Ну, сейчас мы включим, да посмотрим. Бак я сниму во избежание нюансов. Загружается все это дело у нас сбоку. Вот она, непосредственно здесь. Есть небольшой люфт крышки, он не критичен, ну, для Joy так 100 пудов. Ну, для цены, собственно, тоже. Сам дисплей у нас под стеклом темным, поэтому ожидать, что тут будет яркость бешеная, я бы не сказал. И меню точно такое же, как PD1865. Так, три раза нажимаем, мы попадаем вот в такой вот картинки, то есть термоконтроль, TCR, ну, скажем, меню здесь удобное, вот у Joy мне очень нравится. Сколько у нас секунд до выключения дисплея, в принципе, все. Есть также режимы преднагрева, soft, hard и user, ну и normal, это, собственно, без преднагрева. По плате могу сказать, в принципе, только лучшее. По Joy никаких таких глобальных проблем по плате не было. Были какие-то проблемы с дисплеями, но это достаточно частая проблема для многих модов, поэтому выделить ее не могу. По качеству сборки. Ну, здесь есть какие-то вопросы, они мелкие, но они, в принципе, есть. Ну, скажем так, при эксплуатации люфт, ну, если вы не захотите его там шатать и качать, то он, в принципе, не ощущается. Ну и как китовый набор, за эти деньги это бомба. Опять-таки скажу, что козлили его с Вапореса Ревенджера. Получилось, ну, получилось по-своему. В принципе, плата годная, испарительная система хорошая. Бак там 2-4 миллилитра это вполне достаточно для того, чтобы парить. Дриптип хороший, посадка в руке удобная, держать ее удобная, кнопка хорошая. Кнопка достаточно жесткая, ну, то есть случайных каких-то нажатий не произойдет. Поэтому рекомендую именно как вариант, как подарочный, как первый, как за недорого, хорошую достаточно плату купить, и на которую можно впоследствии там повесить, если будет необходимость, и дрипку. Или какой-либо другой бак, достаточно там низкой намоткой. Проблем с платой не было. В принципе, чип Impal вполне себя оправдывает. Как по цене, так и по качеству. А у меня все. До новых обзоров, ребята. Пока.